Мы должны встать на защиту Конституции. Это наша Библия, государство, да? И они говорят, что дали полномочия Конституционному суду 5 или 6 человек, чтобы они решали, изменить Конституцию или не изменить. Подождите. Как может 5, 6 или пусть 10 человек, избранных парламентом, изменить Конституцию страны? Как? Они Конституционному суду обязаны, если есть обращение в Конституционный суд, дать заключение, соответствует этот акт Конституции или не соответствует. А что дальше, это не их дело. И им тоже придется призадуматься. Я приглашаю их, я призываю их, поскольку предыдущие, так сказать, члены Конституционного суда были вынуждены, несмотря на то, что говорили, что ни одно решение Конституционного суда, ни окончательный к рассмотрению, они были сами вынуждены отменить. И за это придется отвечать. Безнаказанность, и то, что мы наблюдаем в последнее время, освободили от одной должности, взяли, повысили в другой, такой на этот раз не будет. Я призываю их к ответственности. Я призываю их к патриотизму. Я призываю их к чувству уважения себя и молдавского народа. Быть очень внимательным, быть очень осторожным.